День физкультурника в Бердске отпраздновали, как и полагается, по-спортивному. Для воспитанников бердских спортивных школ провели веселые старты. Сегодня пришли все наши воспитанницы и будем отстаивать честь нашей школы. Праздник состоялся на пляже Старый Бердск. Участников события поприветствовал ветеран спорта Михаил Томченко. Здоровья вам! Удачи, успехов в спортивных ваших начинаниях и достижениях. И всего вам доброго. Еще раз хотелось бы поздравить всех наших бердчан, поздравить наш тренерский состав с профессиональным нашим праздником. Праздником здоровья и спорта, Днем физкультурника. В празднике приняли участие представители почти всех отделений спортивных школ Бердска. После небольшой зарядки ребятам предложили немного расслабиться и посоревноваться играючи. Специалисты Спартаграда подготовили ряд заданий, которые участники праздника выполняли с азартом. Сегодня в Бердске развивается множество видов спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, биатлон, художественная гимнастика, фигурное катание, борьба и так далее. Наши спортсмены отстаивают честь города на соревнованиях различного уровня. И без спорта своей жизни уже не представляют. Я им живу, я хожу на тренировки почти каждый день, иногда два раза в день. Без него уже просто не получится. Здоровый образ жизни поддерживаю. У меня мама была биатлонисткой, папа была биатлонисткой, пошла по их стопам. Здоровый образ жизни. Мне нравится спорт, потому что не каждый там второй этим занимается. Спорт – это жизнь. Это, как бы физическая подготовка, здоровый развивает. Дух. Если бы не спорт, как бы сила, мышцы и все такое, я бы тут... Как палочка стояла. Я люблю спорт за то, что там можно пообщаться с друзьями, почувствовать, что ты становишься сильнее, храбрее и выносливее. Дает силу и выносливость. Силу, волю. Спорт уже вошел в жизнь. Я хожу на него уже каждый день. Он влился в мою жизнь уже. Праздник зарядил бердских спортсменов хорошим настроением и позволил пообщаться в неформальной обстановке. Всех участников события угостили вкусным пловом. В Бердске дан старт второй городской любительской спартакиаде. Событие символично открыли в День физкультурника. Цель проекта – вовлечение работающего населения города в занятия физической культурой и спортом. Первая спартакиада показала, что бердчане стремятся проводить время с пользой, в ней приняли участие около 500 человек. Было принято решение проект развивать. Спартакиада включает в себя 7 видов, как летние, так и зимние виды спорта. Поэтому приглашаю всех бердчан принимать участие. Первым этапом дворовой спартакиады стал мини-футбол. Парни практически те же самые, все подготовлены. Многие играют тоже за наш город Бердск. Участие в играх по мини-футболу приняли 5 команд, представляющие депутатские округи номер 3, 7, 9, 16, 23. Первыми встретились 3 команды – «Гладиатор» от 3-го округа, «Дружба» от 7-го и «Фортуна» от 9-го округа. Да, с удовольствием провести время, побегать, размяться немного в субботу утром, почему нет, занять себя. Интересно на самом деле. Отлично подвигались, получили, как говорится, кайф от игры. Хотелось бы лучше, конечно. Парни крепкие, играют много лет вместе. Я имею в виду соперник. Поэтому нам не удалось в этом плане. Поэтому я думаю, все у нас впереди. 17 августа запланированы следующие игры по мини-футболу в рамках первого этапа дворовой спартакиады. А уже вторым этапом станет легкая атлетика. У бердчан есть время сформировать свою команду и принять участие в спартакиаде. Каждую субботу бердчане собираются на пляже и играют в пляжный волейбол. Проект «Волейбольное лето» набирает обороты. Он зародился после проведения в городе спартакиады органов ТОС. И решили, чтобы не останавливаться, а каждый год играть. И придумали именно со Спартаградом. Отдел физической культуры нас поддержал, что мы будем именно летом здесь заниматься. Каждый год. Играют только любители, представители территориальных общественных самоуправлений, общественных организаций, все, кто неравнодушен к спорту и здоровому образу жизни. Потому что мы любим волейбол играть, и поэтому мы играем в него везде, на пляже,
в зале, не знаю, и летом, и зимой. Ну а так на пляже намного приятнее. Здесь можно и покупаться, стоять, и поиграть. В принципе, все вообще замечательно. В этом году, как и в прошлом, заявилось 12 команд. Игроки не только тренируются, но и соревнуются между собой. Финал турнира «Волейбольное лето» пройдет на День города. Команды разделятся на две подгруппы – начинающие и более опытные – и разыграют призовые места.